Всем привет, дорогие друзья. Ну вот настал тот день, как говорится, переделки с мотоблока в мини-трактор. Вот такая ситуация. У меня же колеса МТЗ передние от Т40. Вот решил уже подгонку делаю. Ступицу, начиная с моста заднего. Потом идет, ребят, будет у меня уже рама и передняя ось. В целом он у меня будет полноприводный. Я решил уже один раз сделать, так сделать это нормально, качественно. Передний мост у меня будет ведущий от УАЗа. Вот. И подгонял. Что и как подгонял диску МТЗ. Купил я диски от Passat B2, очень дешевые, R13. Они также, ребят, у нас подходят на наши мотоблоки. На резину 6.12, либо 6.5.12. Если у вас какие-то проблемы с дисками, можете на них смело ставить. Подрезал снутри, выбивал кувалдой. Вот. И буду приваривать уже к дискам. МТЗ-ховским. Поставлю вначале на задний мост все полностью, чтобы он уже стоял самостоятельно, как говорится, и уже пойду делать раму. Все, ребят, буду скидывать, интересные видеоролики будут, как что, дотошно, постараюсь, чтобы кто-то, если захочет, чтобы тоже сделал. Так что вот такие дела, спрашивайте, задавайте вопросы, буду по мере возможности скидывать чаще ролики. Вот. Ну, всем спасибо за внимание. Буду работать. Все, до свидания всем.